В одном из общежитий города Гродно произошла трагедия. Мама ножом убила свою 2-летнюю дочь. Известно, что в семье было 2 детей. Погибшая девочка была младшей. В момент трагедии старший ребенок был дома. Женщина вышла на улицу и призналась прохожим, что убила своего ребенка. Предварительно установлено, что в момент происшествия отец был на работе. Следственный комитет по Гродненской области и УВД официальных комментариев пока не давали.